Давай быстрее. Сюда. Да, да, да. Сюда. И сюда. Погнали. Там уже наши люди. А я своего прибил. А ты меня прибил, да? Спасибо. Ой, гранатка. Давай дальний конец. Я пошел. 3, 4. Блять, этот придурок, если прекратил стрелять. У меня гранаты закончились, блять. Подъем. Готовы? Да. Сейчас взорвется и пошли сразу. Пошли. Все, побежали. Вниз. Нормально. Оживите меня, пожалуйста. Пошли. Я ничего страшного. Я медик, пошли. Лейма. Заберите у меня, если... Спускаемся. Все. Бежим, 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 бежим. Нормально, закрепили. В вагоне еще один остался. Я тихо толку, опираюсь, все дела. Ай! Жестоко. Я хотел в поезд. Я с детства люблю поезда. А, блядь. Я хочу сказать, что ты там троих. Какой шустрый, а? Сейчас мы сделаем фокус. Слушай, надо бы туда обратно поддержать их там. Я не знаю, чего не хватает. Ебанитовые палочки пониже спины. Пошли. Пошли, 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 фантом. Прямо. Меня прилили. Стой. Ты готова? А Никера тоже весел. Да надо было самому в живых остаться. Такую ситуацию подавать смысла нету. Да что такое, блядь? Закрыл, пошли. Да, блядь, там то же самое. И... Да-да-да, живи тут, сейчас живи. О, отлично. Да. Классно.
Еще в поезде есть, слышь? Там снайпер прямо из двери лежит. Прям в котором ты идешь. Блять. Значит, я сам авто принципе, блять, это херня какая-то, блядь. Слушай, иди вот. Все передатчик взорвали, Никел. Бля. Ага, прикинь, я убил чувака дымовой гранатой, опять. Снайпера. Вот, а четвертый, который в поезде, словил гранату в голову. Блять, убийство своего. Ну да, согласен. Блять, клеймор. Не могу не согласиться. А не Кирилл прибил фантома. Ну что, мы уже выиграть начали, да? Да, вражеский снайпер! Фантом не заметил. Пусть на мне появляетесь. Очень полезно. А, заходите. Аня, Кира, появляйся на мне и ставь маяк. Бля, я почти все взял. Вот, за доску ставь. Ну, можно вот так. О, погнали их убивать. Сбоку, ты умер? Внизу. Не-не-не-не-не, он дальше с дверей. Мне этот светильник уже заебал, если честно. Давай закроемся. А, пошли. Все, пробежал. Чисто. Я снайпера зарезал. Я попал ножом в никотин. У меня весь нож на никотине. О, блядь. Да, иногда редкие жетоны можно поднять. Блять. Держать, парни! Если справимся, скоро будет дома! О, блядь. Ну все, мы их отдавили быстро, да. Ну, ребят, выйти на видание. Сука, ты клеймор, а. Что-то мне везет, я все клейморы собираю. В левых туннелях трое. Да нехер собирает клеймеры. Я сейчас этого Смит Ватсона пристрелю просто.
Ой-ой-ой. Нормально тут, блин, забежал нахуй. Да? Ты тебе нужно по спокойной душой чистой совести искать. Да, надо. А второе место занял. Что мне там дали за брелок? Где? А где мой брелок? Там ухляк джунгли. Брелок отобрали, представьте. Ладно, потом посмотрю. Второй или первый? Лучший разведчик. Так.